Что такое принципы тестирования? Сколько их и о чем они говорят? И зачем они нужны тестировщику? Меня зовут Игорь, и вы снова на канале QLabs. Поехали! И как вы догадались, сегодня мы, конечно же, поговорим, и сегодня мы поговорим про 7 принципов тестирования. Я бы сказал, что это основополагающие вещи в тестировании, на которые должен опираться тестировщик и помогает принять решение в тех или иных ситуациях. Но об этом давайте по порядку. Итак, всего принципов тестирования бывает 7. Это тестирование демонстрирует наличие дефектов, исчерпывающее тестирование недостижимо, раннее тестирование, скопление дефектов, парадокс пестицида, тестирование зависит от контекста и заблуждения об отсутствии ошибок. Пока что эти слова нам мало о чем говорят. Давайте разбираться с каждым принципом тестирования детально. Итак, первый принцип тестирования – это тестирование демонстрирует наличие дефектов. И этот принцип говорит нам о том, что тестирование не может гарантировать отсутствие дефектов программного обеспечения. Оно демонстрирует наличие дефектов на конкретный момент времени, после пройденного процесса тестирования. То есть можно сказать, что дефекты есть всегда. Главная задача тестировщика – это проверить основные, критически важные сценарии работы программного обеспечения и удостовериться, что они работают. Но тем не менее, есть еще ряд сценариев, о которых мы можем не подозревать, или потенциально у нас может не хватить на проверку их времени. И эти части должны быть менее приоритетными. И там, конечно же, потенциально могут быть дефекты. Помимо прочего, есть и другие технические места, которые мы как тестировщики не можем проверить. Поэтому, исходя из этого принципа, мы руководствуемся тем, что дефекты есть всегда. И наша задача найти самые критические и важные из них и удостовериться, что основной функционал всегда работает. Второй принцип тестирования. Исчерпывающее тестирование недостижимо. Этот принцип говорит о том, что невозможно все проверить и все протестировать. Иногда на это банально может не хватить времени. Иногда некоторые сценарии мы не можем предусмотреть, то как эту функциональность будет использовать тот или иной пользователь. Поэтому мы должны сосредоточиться снова-таки на основной функциональности, описанной в требованиях, и максимально проверить ее, покрыв нашими тестами. Если привести банальный пример, то представим, что у нас есть некая форма регистрации, состоящая из 15 полей для ввода данных. При этом в каждое поле можно ввести по 3 разных типа данных. Если переумножить количество полей и количество типов данных, которые туда можно ввести, и получить все возможные комбинации, чтобы проверить эту форму на ввод таких данных на 100%, то получится многомиллионное количество комбинаций, которые необходимо проверить. Можно заметить, что да, в некоторых случаях мы можем посчитать все необходимые комбинации, которые нужно сделать, чтобы проверить функциональность на 100%. Но в некоторых случаях мы банально можем не успеть их проверить, а также не имеет смысла проверять их все. Но об этом немножко дальше. Третий принцип тестирования – раннее тестирование. И этот принцип говорит о том, что тестирование как процесс должно начинаться как можно раньше, то есть с ранних этапов разработки программного обеспечения. Сюда, конечно же, можно выделить этап появления требований. То есть этот принцип говорит о том, что дешевле и проще подключить тестировщика на раннем этапе к анализу требований и устранить некие ошибки в тексте, да, в требованиях, нежели потом искать и исправлять дефекты уже в программном обеспечении, в программном коде. Это намного дешевле, и так мы делаем превентивные меры в части разработки программного обеспечения, исправляя банальные потенциальные ошибки, опечатки, некорректности на ранних этапах, вычитывая и анализируя требования. Четвертый принцип – скопление дефектов. Этот принцип можно сравнить с правилом Парето 80/20. То есть в 20% функционала чаще всего сосредоточено 80% всех дефектов. Почему так происходит? Давайте рассмотрим на примере. Представим, у нас есть разработчик, который пишет программный продукт. Скорее всего, часть функционала для опытного разработчика уже будет знакома, то, как его разрабатывать. Но потенциально в любом новом программном продукте, который разрабатывает разработчик, может быть что-то новое для него в его практике написания программного кода. А значит, эта часть будет для него сложнее, так как он это пишет впервые. А значит, потенциально он может допустить там больше ошибок в программном коде при написании такой функциональности. Соответственно, в небольшой части функционала, скорее всего, у нас будет сосредоточено больше всего дефектов. Ну и также другой немножко пример, когда у нас есть программный продукт, и он состоит из каких-то, да, модулей, функциональностей. И представим, что часть функциональностей, она в разработке также проста,
но часть функционала может быть не просто незнакома разработчику, а сложна в разработке из-за какой-то сложной логики на уровне программного кода. Поэтому, скорее всего, также там будет больше дефектов, чем в других функциональностях системы. Пятый принцип. Парадокс пестицида. Давайте рассмотрим это на примере, потому что из этих слов пока что ничего не понятно. Представим, мы тестируем какой-то программный продукт, и у нас есть некий набор 100 тестов, которыми мы проверяем какое-то программное обеспечение. Допустим, мы провели 100 тестов и нашли какое-то количество дефектов. Эти дефекты исправили разработчики и отправили нам новую версию программного продукта на повторную проверку. Мы берем снова эти 100 тестов и снова проверяем программный продукт на предмет исправления. Скорее всего, мы найдем еще какую-то часть дефектов. Возможно, это будет часть старых, которые не исправили или не до конца исправили. Возможно, мы найдем еще часть новых, которые появились вследствие исправлений. Потому что любое изменение, неважно, это доработка или исправление старых дефектов, может повлечь за собой появление новых дефектов. Но рано или поздно нам будут отдавать новую исправленную версию программного продукта, мы будем проверять этими 100 тестами, и рано или поздно мы придем к тому, что наши 100 тестов перестанут находить дефекты. Но это не будет обозначать, что дефектов уже вовсе нет. Вспоминаем наш первый принцип – дефекты есть всегда. Поэтому для того, чтобы находить новые дефекты, нужны новые тесты, либо изменять старые тесты. То есть продумывать новые сценарии, потенциально которые мы еще не покрыли. Ведь покрыть все, как мы помним, невозможно. Шестой принцип тестирования. Тестирование зависит от контекста. Здесь на самом деле все довольно просто. Любой подход или вид в тестировании, или техники тест-дизайна, которые необходимо выбрать для работы в качестве некой стратегии или плана по тестированию, всегда базируется исходя из того, что конкретно нам нужно протестировать. Допустим, это может быть онлайн-магазин, который работает только через браузер. Возможно, это будет нативное мобильное приложение, работающее только под iOS, или под iOS или Android. Возможно, это будет какой-то фитнес-трекер или умные часы, которые должны синхронизироваться с телефоном или с каким-то облаком и выгружать туда данные. То есть в зависимости от того, что мы тестируем, исходя из этого мы выбираем и подстраиваем наш процесс тестирования, нашу стратегию, наш план. Поэтому тестирование как процесс и подход при тестировании того или иного программного продукта будет всегда отличаться. И седьмой принцип тестирования – заблуждение об отсутствии ошибок. О чем он нам говорит? Я бы сказал, что здесь повторная отсылка к процессу валидации. Допустим, приведем такой пример. Представим, мы разработали программный продукт. Представим, что мы его полностью протестировали. Представим, что там нет дефектов, и этот программный продукт соответствует на 100% заявленным требованиям. Но это не обозначает, что такой программный продукт подойдет к конечному пользователю, и он не будет делать ошибок при работе с таким программным продуктом. Ну, допустим, мы сделали какой-то онлайн-магазин, он соответствует требованиям, имеет всю ту функциональность, которую просил заказчик, но потенциально такой программный продукт будет непонятен в использовании для пользователя. Он не будет понимать, как купить товар. Или нам нужно сделать много шагов для того, чтобы купить такой товар. Это не будет покупка в один клик. Возможно, кнопки или меню будут располагаться не в привычных местах для пользователя. Возможно, цвет такого программного обеспечения будет не очень приятным для использования и так далее. То есть важно учитывать еще и взаимодействие конечного пользователя с этим программным продуктом. И насколько такой программный продукт будет понятен и решать основную проблему либо задачи нашего конечного потребителя. И давайте сделаем небольшое заключение. Как вы понимаете, принципы тестирования – это основополагающие вещи в теории тестирования. И каждый тестировщик должен знать их. И как вы понимаете, также принципы тестирования иногда являются и прямым руководством к действию в тех или иных ситуациях в реальном мире и в работе QA-инженера. Как всегда, очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк для того, чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше полезных и интересных видео. А мы с вами увидимся в следующем выпуске.